Так, здравствуйте, дорогие друзья, и вот наконец-то я хочу показать вам своих иверяшек, всех которых у меня есть. Это 41 кукла. И вот я ошибка-то, ну, не буду рассказывать о их одежде, там, чьи они дети, просто покажу вам своих кукол. Вот я их тут вот так вот рассадила, и просто их у меня много, но Monster High еще больше. Это уже будет отдельный обзор на кукол Monster High и на остальных кукол тоже. Все по их коллекциям и брендам. Вот. Иверяшек здесь у меня 41. Вот здесь у меня сидят две... Здесь не обращайте внимания, здесь у меня просто дом стоит, и немножко он влазит в кадр. Там Барби стоит большая. Вот. И здесь у меня сидят, значит, две... Дарлинг. Как вы заметили, это у меня базовая, это Игры Дракона. Просто я их переодела, потому что у этой даже Дарлинг базовая немножко ноги шатаются и качаются вот здесь вот в коленях. Но в колготках они не очень болтаются, потому что они немножко тормозят. Тем более мне как-то нравятся вот Игры Драконов именно в этой одежде, не знаю, я их переодела, и вот мне понравилось так. Тем более как бы мне нравится больше всего вот эта одежда. Но вот базовая Дарлинг. Поэтому я их поменяла одеждами. Вот. И помыла им волосы. А Алистер здесь сидит, потому что он у меня парень Дарлинг. Для бани как-то не знаю. Ну, как-то не вяжется у меня, что он парень бани в мыслях. Поэтому у меня он парень Дарлинг. А здесь у меня сидит Датчис. Она у меня, к сожалению, одна. И то, и кое-как я ее купила. Потому что я ее заказывала в интернет в магазине в Детском мире. Я вообще думала, что у меня и не будет. И думала, что вот этих тоже редких кукол вообще у меня не будет, потому что у нас их вообще не продавалось, особенно Джинджер. Вот все, практически большинство кукол я заказываю в Империи кукол. Ну, естественно, и покупаю тоже в магазинах, но самых редких в Империи. Ну, таких как вот Джинджер, базовая у меня сидит. Почему-то она мне базовая понравилась. Вот. Здесь я у нее ничего не стала трогать, даже хвостики мыть, хоть у нее, видите, вот здесь тоже некоторая вот мятость вот в хвостиках у нее. Просто у нее волосы на ощупь такие же, как у куклы этой из Monster High, которая Киоми. И я посчитала, что если я тоже помою волосы, даже если хвостики просто, то у нее они также распушатся. Я уже снимала на это обзор, какие были волосы у Киоми. Вы найдете на моем канале тоже. Вот. Поэтому я им мыть ничего трогать не стала. И также у меня Датчиса. Им уже год. И я даже прически не стала им распускать. Вот так и есть. Просто некоторые куклы мне нравятся с их прическами. Здесь у меня сидит у нас Жюстин Денсер. Она такая шоколадка. Кстати, мне шоколадные куклы, ну, негритянские, нравятся больше. Они смотрятся как-то такие прям, ну, шоколадки, прям аж съесть хочется. Здесь я уже тоже и помыла волосы. Дальше у меня сидит вот новая кукла из всех иверяшек. Это вот пришедшая вместе с куклой Шибаджу кукла. Я на нее тоже делала обзор. И на Брайер, соответственно, тоже. Вот это Брайер весна. Как вы видите, у меня их три сидит. Это вот зима Брайер. Я ее поначалу вообще не хотела покупать, но купила. И она мне очень понравилась с ее милой улыбкой. Весну я заказала, потому что Брайер мой любимый персонаж вообще из всех иверяшек. Ну и кукла самая любимая. Это вот она сидит вообще из всех кукол. Самая любимая — это базовая Брайер. Вот она сидит, ей уже, наверное, около 2 лет уже, этой кукле, потому что я ее практически купила самый первый, хотя не, самый первый был это вот парень Декстер. Я вообще его покупала для кукол Винкс, потому что я изначально их коллекционировала и купила его для Стеллы. Но так как мне потом стали нравиться иверяшки, первой стала вот Черис, а потом уже третью я купила Брайер и... решила все-таки сделать Декстера парнем Брайер. Вот они у меня вместе. У них, кстати, дочка есть уже. Вот. Поэтому они у меня пары здесь. Как-то Рейвен мне все-таки не очень нравится, как персонаж и как кукла. Поэтому Декстер у меня вместе с Брайер. Тем более в мультике я такой ошибка пары и не заметила, чтобы они прям аж так были влюблены друг в друга, как, например, Хантер с Эшли. Поэтому я и не стала делать Декстера парнем Рейвен. Тем более она мне не очень так нравится прям. Вот. Здесь у меня сидят две кедры. Как вы видите, это базовая и весна. Потому что базовую я купила от безысходности. Потому что изначально я планировала купить кедру весну.
в детском мире, когда у нас была акция год назад, и планировала купить вот, вот эту вот Cupid базовую, она тоже перевыпуск. Вот, но когда пришла в магазин, у меня не было слов, реально, я застыла в ступоре, когда я увидела только из всех иверяшек только две вот этих базовых кедры. Все разобрали, вообще все там, и Кьюпид была через лес, и остальные тоже были, ну вообще, ну как так можно все подчистую размести? Вот, и поэтому я как бы не могла себе найти все-таки покоя и заказала... кедру, которую хотела, которая мне нравилась изначально, вот в Империи кукол тоже. И, кстати, это Брайер тоже из Империи кукол. У меня их четыре куклы из этой коллекции. Это еще Лиззи есть. Вот она. Но Лиззи, она как бы, ну, не такая, как вот эти. Вот у нее нет ободка и ничего такого. Но зато есть книга. Но о ней позже. Вот, значит, дальше сидят вот тоже вот редкие куклы, которые тоже из Империи, между прочим, вот эти все из Империи кукол. Это у нас сидит Джиллиан Бинсток, Нина Темпл, Мелоди Пайпер и Фейбл Тор. Вот, у Мелоди Пайпер тоже есть жених, но он не из кукол Иверяшек, он из кукол Наследники, которые темные герои. Карлос, он сын Круэллы де Виль. Просто он ей по стилю подходит, поэтому вот... сделала женихом. Дальше снизу вот я здесь расположила, вот у меня здесь есть Мишель, здесь я ей такую вот звездочку прилепила на ободок, она вот, вот так вот, просто ободок такой, что как будто вот что-то не хватало, поэтому вот эта звездочка, как бы я покупала игрушки там, эти, не игрушки, а ракушки, и вот там такая была звездочка, поэтому я ее сюда закрепила на резиночку. И стало так лучше намного. Изначально у меня у Мишель были кудри заделанные. Я очень долго их делала, но потом все-таки надоело и помыла ей волосы. Если честно, мне эта Мишель как бы, ну, нравится, да, лицом, но вот одежду у нее подкачали. Сейчас новая Мишель должна выйти в продажу, снова в школу. Вот там-то у нее платье вообще классное. Можете найти в интернете, фото есть эти промо, снова в школу называется. У них там еще ноутбуки с ними. Правда, некоторые в этой коллекции не шарнирные, но вот Мишель на промо-фото лично шарнирная. Вот, вот ее бы я тоже хотела приобрести, может быть, даже и приобрету, если будет, конечно. Вот, здесь у нас у меня идет уже Мира Шарц. Я ее тоже заказывала в интернете, но уже в детском мире. Потому что многие я в детском мире еще заказывала. Вот такие как Банни, там Розабелла, вот эти вот тоже. Эту я уже в Империи заказала, это Кортли Джестер. Дальше здесь сидит Лиззи Хартс, как я уже говорила, она тоже вот из весны, только у нее нет таких шикарных здесь ободков, ну и всяких там платьев красивых, туфель. Она просто дизайнер этих платьев, вот как у Кедра и у Брайер. И вот еще у меня есть из этой коллекции. Не только Китти и Холли, но они мне как бы шибко-то и не нужны. Вот. Вот такая вот Лиззи, значит. Здесь у нас Китти Чешир сидит. Она базовая. Между прочим, очень-очень милая из-за ее очень милой улыбки. Я люблю, когда у кукол вот такая улыбка. Такая же присутствует у улыбка у Джиллиан Бинсток. Вот. Что мне очень нравится, такие куклы, когда у них есть вот такая вот улыбочка. Поэтому я и купила вот с улыбкой тоже вот... Мэдлин Хэттер, но не попозже, я еще пока до нее не дошла, пока вот здесь Китти Чешир, значит, сидит базовая. Здесь у нас идет Банни Бланк, она тоже перевыпуск, но я ей раскрасила вот здесь пушки на, эти, на ее туфлях сзади белым лаком, что очень держится хорошо, кстати, и сделала ей, вот пришила вот такую ленточку сюда, чтобы она выглядела как... практически как, ну, то есть настоящий выпуск, не перевыпуск, вот. Это у нас такая зимняя куколка, это Кристал Винтер, вот. И здесь вот дальше идет вот, так, здесь у меня уже идет вот Черис Худ, это так, самая моя первая из девчонок кукла, но я как бы ее считаю самой первой, потому что хоть я и Декстера вот купила самого первого, но все-таки он мальчик, как бы, я тогда вообще не знала даже кукол Эверафтер, и даже думаю, что это за куклы такие, как они вообще читаются, это слово Эверафтер, там по-английски же у них написано было все. Я потом уже стала в интернете шарить все, искать про них. Вот.
Вот еще одну через прикупила, уже позже, это я уже потом ее купила в этом, в бегемоте в магазине. Кстати, теперь в этом бегемоте вообще ничего нет у нас. Не продаются никакие ни веряшки, ни монстряшки. Есть там, да, две веряшки, Apple White и Madeline Hatter из зимы, и две монстряшки, это русалка, вот эта вот сирена, по-моему, что ли, призрачная, и Франкенштейн, не шарнирная, из стильных причесок. Все, там вообще пустые полки все, я даже туда ездить не хочу больше, вот бегемот. Вот. И вот две Розабеллы. К сожалению, это обе базовые. Просто из второй я сделала вот такой вот УАК. Я просто конкретно покажу. Ну, как бы я считаю УАКом собственный такой небольшой УАК с прической. Потому что, как бы, видите, я и выстригла челку, и распустила волосы, и помыла. Одела очки, потому что у нее все-таки здесь небольшая залысинка была. Вот здесь вот именно под очками. Вот. И купила я ее лишь только потому, что у меня вот у этой Розабеллы ноги шатались. То есть, когда их вот так в колени сгибаешь, вот так вот и болтаешь, у нее шатались ноги. Поэтому я все-таки решила рискнуть, я долго не хотела покупать ее, решила рискнуть купить. Но у этой Розабеллы также ноги шатались. Вот. И мало того, что еще и голова немножко падала назад, а когда я их поменяла телами, у нее еще больше начала шататься голова, а вот у этой нет. Кстати, вот это тело, которое это Розабелла, оно принадлежало вот этой кукле, а вот это вот и ей. Я их просто телами поменяла или головами, не знаю, вот. Потому что вот у этой Розабеллы все-таки одна нога получше. И я вот ее переодела вот в такой костюм, как бы желтый, потому что все-таки, ну, желтый цвет ей идет, потому что вот у нее тоже, видите, ободок желтый, сережки, и вот здесь юбка вот эта желтая тоже. Поэтому я ей вот такой вот тоже костюм одела. Это у нас очки от флешпеков там. Я покупала туфли тоже от флешпека, одежды, аксессуаров для Monster High. Они тоже подходят, Ever After все. И вот такие вот туфли, они, кстати, были для Клео, но я их вот ей одела. И вот этот пояс тоже для Клео был. А вот одежда, вот это вот топик и штаны, они были у куклы Джинни Висбрандт. Я люблю моду. Вот. Поэтому вот такой вот небольшой УАК у меня получился, как бы, ну, с прической именно. Вот. Поэтому они у меня как бы разные куклы и типа две сестры. Дальше вот здесь вот, кстати, вот все какие две одинаковые куклы у меня, вот, ну, я имею в виду именно персонажи, вот через Худ, но из разных коллекций, вот все, которые одинаковые, они у меня персонажи, это у меня сестры все, у меня всех кукол зовут по-другому, имена я им всем переделала, здесь никого так не зовут, как их зовут, ну, то есть переименовала их всех, так, сейчас на скидку я не помню, у кого какие имена, потому что иногда их забываю, но записываю в тетрадку, поэтому говорить я не буду, кому какое имя я дала. Вот. Буду их называть настоящими именами. Вот. Это у нас Мэдлин Хэттер. Это из коллекции «Зима». Это из коллекции «Сладкие десерты». Изначально она мне понравилась, «Сладкие десерты», потому что, видите, у нее нет здесь перчаточек, а вот это тоже есть. Теперь мне на вот эти все молдированные ноги и перчатки, ведь у Кристал Винтер тоже ноги молдированы, и у Брайер Бьюти вот здесь коллекция «Весна». Теперь мне на эти все молдированные части вообще как бы пофигу. Вот здесь тоже у нас, я вижу, и вот у Кортли тоже есть молдированные части. Поэтому мне как бы теперь и все равно. Вот еще тоже у Блонди Локс молдированные перчатки. Ну и как бы мне все равно. На тот момент, когда я вот именно собирала всех веряшек, мне не нравилась базовая Мэдди, потому что у нее были перчатки. Поэтому я как раз купила вот эту вот Мэдди. Ну, теперь я уже сказала, мне все равно на эти молдированные части тела. Вот они, две Мэдди. Дальше снизу вот у меня вот такие вот лежат, значит, две сестрички. Тоже появились у меня практически самые первые, вот через Худ, Брайер Бьюти, а потом купила я уже их. Вот, значит, это дочки Рапунцель, это Холли Охара, вот это с длинными волосами, и Поппи Охара с коротенькими волосами. Вот, кстати, у Холли Охара у меня уже вата в голове, потому что у нее стала почему-то падать голова, раньше было все хорошо, потом начала падать. Вот Apple White, она у меня, к сожалению, вообще перевыпуск, но волосы я ей помыла спустя год, и тоже были волосы все в клею. Не хотела я распускать ее кудряшки, но видите, как, видите, вот после мытья тоже кудряшки остались, пышность, вот, волосы очень хорошие стали, но после присыпки, конечно, детской, потому что у нее были все волосы в лаке и в клею, поэтому пришлось мыть еще детской присыпкой. Вот.
Что я здесь изменила? Это у меня вообще перевыпуск. У нее здесь, видите, нет даже вот здесь вот тесемочки нашиты, и не было колготок. Вот. Не то, что, например, у Cupid базовый перевыпуск есть колготки. Вот у нее не было. И браслетов не было, и сережек не было. Поэтому такой вот браслетик у меня в виде короны. Это для кукол Барби. Я его просто вот здесь склеила, между собой одела. Вот он теперь принадлежит у меня ей. Вот. Мне кажется, очень подходит. Колготки я тоже сшила. Вот они вот такие вот черные там. Это сшитые колготки уже. Вот. Здесь у нас идет... Фара Гуд Фэри вот такая тоже у меня с помытыми волосами. Вот. У меня там крылышки одеты под ее волосами тоже. А, здесь у нас идут три блонди. Тоже блонди. Вот эта блонди, кстати, мне не очень нравится. А, я ее тоже покупала в Бегемоте. Потому что как бы в других местах вроде бы не видела. Видела, но они закончились. Потом уже привезли. Здесь у нее просто немножко голова. Вот она вот так стоит, идите, вот прямо. У нее она задрана немножко кверху. А если я ее так опускаю, она может даже на шее немножко провалиться. Вот. Ну, как бы, не очень мне нравится. То есть, ну, на вид как бы понравилось, но вот из-за головы не очень. Те, которые куклы не очень уже мне нравятся, я их уже убираю в самый конец. Вот они у меня просто стоят в таком шкафу, все закрытые вот здесь вот полки у меня. У меня и вот здесь тоже стоят уже наверху, и вот здесь вот там уже Винкс сидят. Они просто те, которые не очень нравятся, я убираю дальше. И вот сюда в самый конец, то есть места здесь вон много, в самый конец я всех убираю. Вот, и поэтому те, которые мне куклы не нравятся, я их убираю в самый конец. И, естественно, ставлю самый первый, самых любимых своих кукол, которые часто беру в основном и фотографирую. Это у нас Блонди из... сладкий сахар. Это вот это сладкий десерт, да, это сладкий сахар. И, между прочим, они никак вот с этой Мэдди в коллекции, это из разных совершенно коллекций, в эту коллекцию попала только одна блонди. Говорят, что она вообще не должна была выйти в продажу, но вот вышла, была замечена уже везде. Она мне, моя самая любимая из всех блонди, даже мне даже базовая не нравится, а вот именно вот эта, потому что она очень красивая. Мне нравятся ее вот эти вот цветные пряди, вот прическа, ну, в общем, она прям сладкая вся. Вот. И как вы заметили, что базовой у меня нет, потому что она мне не очень нравится, как я уже сказала. А здесь у нас идет уже блонди из День коронации. Я ее вообще-то просто так купила. Я как бы коллекционировала иверяшек именно только один персонаж. Я не собиралась вообще покупать по две персонажа, вот как у меня, вот вы заметили, две Черис, две вот Медлин и уже три вон Брайер, ну и так далее, по две там, их много. Ну вот, тогда просто не было никаких куколочек к Новому году, и хотелось какую-то куколку купить себе в Новый год, подарок прям именно, поэтому я ее прям 30 декабря купила, и не жалею теперь, что стала покупать их по два, потому что, ну, я уже покупаю их по два персонажа, потому что уже покупать нечего, ну, а хочется куклу какую-то. Тем более, не только из-за этого, потому что... Вот они, как бы все разные, видите, вообще даже не похожи друг на друга, у них макияж разный, одежда разная, поэтому они у меня все сестры. Вот, поэтому я и стала покупать, потому что они все по-разному выглядят. Дальше здесь у меня вот сидят две Cupid, это у нас День коронации, тоже она красивая очень, я тоже, между прочим, о ней мечтала, поэтому ее тоже заказала. У нее, кстати, тоже в голове вата, потому что вот эту ее прическу, у нее волос много, и этот хвост, у нее голова падала назад, причем сразу после распечатки, поэтому пришлось голову снять и вот эти вот закрутить назад потом на пенку, потому что я снимаю только в кипятке, а если в кипяток, то это все размочилось, естественно, пришлось закручивать эти прядки. Вот, это вот у меня перевыпуск Cupid. У нее здесь губки немножко стерлись. И, кстати, вот здесь тоже вот. Но у нее здесь не должно быть. Видите, у этой кедры как бы они раскрашены и еще сердечко. А здесь вот просто сердечко. Что меня как бы и раздражает вот такие губки бантиком. Я раньше просто ей и кедре все закрашивала фломастером. Вот. И остальным куклам Monster High, у кого есть клыки. Вот, поэтому как бы базероном немножко стерлась, а потом все это базероном мазала и стирала. У Monster High, кстати, губы не повредились, только вот немножко вот здесь. Ну, здесь чуть-чуть, там не видно. Вот такая вот она. Здесь у нас идет, значит, вот Raven Queen. И вот тоже парочка, вот Hunter и Ashlyn. Вот они. Вот 41 кукла, вот они все мои куклы. Такие вот, это полная коллекция у меня пока кукол эверяшек. Возможно, будут и еще эверяшки.